центрах обслуживания населения появилась еще одна дополнительная услуга для удобства граждан и разгрузки территориальных налоговых управлений, банков и почтовых отделений. Организована возможность уплаты налогов в первом, во втором, третьем и четвертом столичных центрах обслуживания населения. Граждане могут без посещения налогового органа выбрать удобный для себя способ уплаты налога в кассах любого банковского учреждения, в почтовых отделениях, через платежные и посттерминалы, мобильный банкинг и сотовые приложения, платежные карты или другие периферийные устройства.